Дорогие друзья, добрый день! Сегодня покажу вам, как делать бедрышки на гриле. Вот, если взять бедрышко, оно здесь без шкуры уже, без кости, кость удалена, дабы удобно было их жарить и на шампур насаживать. Что мы будем делать? Возьмем в емкость все наши бедрышки. Емкость берем для маринации. Обыкновенный, ничего не выдумываем. Берем, у меня вот такая вот для курицы приправа, гриль барбекю. Будем использовать полностью всю упаковку. Сейчас даже, чтобы понимали, что туда входит. Соль, лук репчатый, чеснок, сахар, сметана, горчица, паприка, кориандр, имбирь, перец, красный, острый, гибискус, орегано, сок натуральный апельсина, зеленая петрушка и сок натуральный лимона. Очень много всего. Я думаю, будет отлично. Добавим мы буквально немножечко горчицы сюда. Еще у меня есть... Добавим пару ложечек сацебели. Соус, я думаю, 3 будет достаточно. Буквально миллилитров 70. Вот так вот оливкового масла. Добавим соли. Буквально где-то чайную ложечку. И это все перемешаем. Маринад наш готов, оставляем его буквально на пару часов. И тогда после маринации начнем его жарить на шампурах. Прошло несколько минут, белок уже схватился. Долго ждать не надо. Переворачиваем. Цвет вообще отличный пошел.
будет вкусняшка. Частенько переворачиваю, чтобы не подгорело. Стоять. Дорогие друзья, готова наша курица. Снимаем ее с мангала наши шампура и подаем на стол. Ребята, все у нас приготовилось. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал и до новых встреч.